Отменить визы для казахстанцев, путешествующих в Объединенные Арабские Эмираты, сроком до 30 дней планируется в ближайшие месяцы. О такой договоренности сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Глава внешнеполитического ведомства провел встречу со своим коллегой. По данным министра иностранных дел Арабских Эмиратов Абдалы бен Заид Аль-Нахаяна, около 100 тысяч казахстанцев ежегодно посещают ближневосточную страну. В зарубежном ведомстве ожидают, что после отмены виз число отечественных туристов возрастет вдвое. После вступления подписанного документа в силу казахстанцы будут экономить порядка 10 миллионов долларов в год на поездках. Мы продолжаем активно взаимодействовать как в рамках нашего членства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Как вы знаете, 10-11 сентября в Астане соберется первый в истории саммит Организации Исламского сотрудничества, посвященный науке и технологиям. Кроме того, наши страны будут продолжать тесно взаимодействовать в рамках сейчас набирающего силу Исламской организации по продовольственной безопасности. Взаимоотношения между нашими странами находятся на высоком уровне, чему мы очень рады. Мы хотели бы их укреплять и в дальнейшем. Наша страна участвует в выставке «Астана-экспо». В 2020 году выставку примет наша страна, и мы надеемся на активное участие в ней Казахстана.